Две трети матча сыграно, последние полчаса игры смотрим. Все испанские спортивные издания, конечно же, пишут о ситуации вокруг Алекса Хантера. По мнению прессы, игрок из-за юного возраста немного потерял голову и лишился места в составе. Ну, тут не знаешь, кому верить. Тренер все категорически отрицает, что понятно, он будет защищать своих игроков. Пресса, с другой стороны, тоже любит преувеличивать. И Модрич вырезает великолепную передачу на партнера. Забивать можно! В офсайде игрок, по мнению судей, ничего себе! Криштиану. Эмре Джан. Хорошо увидел партнера впереди. Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении другой команды. Замену проводит тренер гостей. Посмотрим, кто покинет поле. Иско. Сейчас главное сыграть быстро и четко. И тогда отличное решение Тони Кросса. Голкипер забирает мяч. Янич. Дуглас Коста. Пауло Дибала. Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. Кросс отдавал пас, но неудачно. Иско. Бейл. Марсело. Марко Асенсио. Навес на Алекса Хантера. Тут может быть опасно. Здорово открылся игрок под этот пас. И спасает. Мяч выбит. И это конец перспективной, в общем-то, атаки. Одновременно выходят на поле два новых футболиста. По одному в каждой команде. Иско. Иско! Бить надо! Ох, какой гол! Какой гол! Очень точное попадание в самый угол. Вратарь тут вряд ли мог помочь. Все, буквально все контролировал этот парень. Шикарное чувство мяча и классное попадание в нижний угол. Ну, теперь матч можно с полным правом назвать в одну калитку. До конца второго тайма примерно минут 15, ну и плюс то, что добавит арбитр. Алекс Хантер. Ах, какое мастерское... Какой шанс у Алекса Хантера! Казалось, что в этой атаке может что-то получиться, но защита хорошо отработала. Тони Кросс. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. Криштиану Роналду с мячом идет вперед. И это Криштиану. Целил в угловой флаг, похоже, но и в него не попал. Рафаэль Варан. Замену готовит тренер гостей. Да, это должно освежить игру, ну хотя бы немножко. Хорошо играют в пас, но тут надо признать, что и соперник-то не особо мешает. В отборе играют действительно слабовато. Как бы теперь... Какой шанс у Алекса Хантера! Не получилось развить эту атаку, защитники надежно сыграли. Миролем Пьянич. Ювентус атакует через фланг, и там свободная зона. Аут будет бросать Ювентус. На замену решился тренер. Сейв, но атака продолжается. Коста. Пас на Паулу Дибалу. До нападающих мяч не дошел. Выносит его сразу же из штрафной. Леонардо Бонуччи. Матюди. Иско. Лукас. Хантер. Криштиану Роналду. Бернардески. Нет, не дошел этот пас до адреса. Всего две минуты осталось провести командам на поле. Именно столько добавил судья. Иско Аларкон. Эту передачу надо было перехватывать, иначе могли возникнуть проблемы. Бернардески.
На Бернабеу звучит финальный свисток, а это значит, что Реал побеждает в первом четвертьфинальном матче. Мадрид сегодня сыграл в позиции силы, они контролировали центр поля, великолепно использовали своих высококлассных игроков. Мне показалось, что Алекс Хантер тоже здорово сыграл. С учетом давления на этого игрока, от него чего угодно можно было ожидать. Но он проявил себя молодцом. Будем надеяться, что все эти околофутбольные истории останутся позади. И этот талантливый юноша все-таки сосредоточится на игре. We complete more passes than any other team in La Liga. This is no accident. Today we work on passing again and again. A good session. I appreciate your dedication. Здравствуйте! Сегодня мы смотрим вторую серию четвертьфинальной битвы гигантов, в которой Ювентус в Турине принимает Реал. Меня зовут Георгий Черданцев, и вместе со мной этот матч комментирует Константин Генич.
Всем привет! Реал выиграл первую встречу на Бернабеу, но мы знаем, что в матчах этих команд это вообще ничего не означает. Это Лига чемпионов, здесь борьба ведется до самой последней минуты. Так что давайте смотреть футбол. Нас ждет классный ответный четвертьфинал. Посмотрим на состав Ювентуса. Игроки на поле выстроились по схеме 4-5-1. На эту игру тренер избрал ярко выраженную атакующую модель. И смотрим на состав мадридского Реала. Вот что мы видим. Три игрока впереди и четверо в обороне. И три полузащитника цементируют игру в средней линии. Ювентус будет сбрасывать из-за бокового. Алекс Сандро. Ищут они разные варианты для атаки. И открывается партнер под атаку. Серхио Рамос. Росс. Модрич. Если футбольную команду можно сравнить с оркестром, то вот его дирижер. Лука Модрич синхронизирует действия партнеров так, что перед нами не набор индивидуальности, а коллектив. Тантер. Главный удар мячу мадридского Реала. Навешивает кросс. Хороший вынос мяча из штрафной. Навешивает с углового Тони Кросс. Вынос. Главное, чтобы повыше и посильнее. Марсело. Навес напрашивается. Иско. Отличный отбор мяча. Пауло Дибало. Владеет мячом команда и выбирает момент для обостряющей передачи. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Марко Асенсио. Асенсио в свободной зоне на фланге, есть где разбежаться. Есть поддержка здесь. Такой шанс у Алекса Хантера. Иско Аларкон. Снова с мячом Модрич. Тони Кросс. Асенсио. Неудачная передача. Мяч прямо в ноги сопернику отправился. Хантер. Иско. Иско, бить надо! Счет в матче открыт. Ну что сказать, мы этот гол ждали. Да, команда полностью контролировала ход встречи. И нет ничего удивительного, что именно они пробили оборону соперника. Все к этому шло. 1-0 в нашей игре. Хедира. В центральной зоне передачи должны быть точнее. Защитник перехватил. Асенсио. Так и надо было сыграть. Выносит он мяч. Марко Асенсио. Иско. Кросс. Вот это да! Отлично сыграно. Пауло Дибало. Алекс Сандро. Хороший по задумке пас. Криштиану Роналду. Роналду, подача. Лукас. Карвахаль. 2 минуты еще играть, именно столько добавляет судья. Есть игрок впереди, пройдет передача. И еще один гол они забивают. Вот теперь крайне сложно будет сопернику отыграться. Все-таки надо будет забивать уже 2 мяча. 2-0. Отыграться теперь будет труднее. Даже несмотря на то, что в этом четвертьфинале осталось играть.
Слышим свисток арбитра. Второй тайм ответного матча четвертьфинала начинается. Думаю, нас ждут отличные 45 минут. И это как минимум. Кто знает, может быть и дополнительное время сегодня понадобится, чтобы выявить победителя. Какой шанс у Алекса Хантера? Хантер! Мадридский Реал получает право на угловой удар. Навешивает кросс. Защита первая на мяче. Вынос. Бейл. И пробил игрок. Опасно! Нет, рядом со штрафной. Константин, что скажешь об игре Иску? Как он тебе сегодня? Команда пока выигрывает. На его счету 2 забитых мяча. Он близок к хет-трику. Ну и пока все более чем успешно складывается для этой команды. Паулу Дибала. Роналду. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Увидел открывание впереди. Делает передачу. Алекс Хантер. Чисто отобран мяч. И Бардзали выносит мяч. Реал начинает опасную атаку. Кросс! Забивать нужно! Выбит мяч из штрафной. Тридцать минут играть осталось. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Карвахаль. Бейл. Навес на Алекса Хантера. Хороший пас на ход. Потерял атака нужный импульс, прежде чем докатилась до ворот соперника. Лука Модрич. Отличное решение Тони Кросса. Гаррет Бейл оставляет мяч для навеса. И это Алекс Хантер. Реал забивает еще один гол и окончательно снимает вопросы о победителе этой игры. Да, в этом матче уже все ясно. На табло 3-0. Это разгром. Ругани. Откровенно плохая передача приводит к потере мяча. Отлично задумано. Отлично исполнено. 5 баллов. Из боковой линии мяч ведут футболисты мадридского Реала. Кросс. Передача на Модрича. До нападающих мяч не дошел. Выносит его сразу же из штрафной. А тем временем замена в составе Ювентуса. Навет. Перекладина. Хантер забивает гол. Красивейший мяч забивает Реал. Такие приносят немало новых поклонников. Выверенная, изумительная подача и прицельный удар головой. Пожалуйста, получите и распишитесь. 4-0. Ну, это разгром. Сами Хедир. Пауло Дибала. Хедир. Вперед идет атака. Интересно может быть. Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. Ну вот, стоило только заговорить не об атаке, как они потеряли мяч. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Появляются свободные зоны. Самое время контратаковать. Паулу Дибала. Штрафную подачу. Есть там кому сыграть. Это мимо. Восемьдесят первая минута. Сейчас замена будет в команде хозяин. Игрок готов уже выйти на поле, ждет разрешения арбитра. Асенсио. Навес в центр штрафной. И это гол мадридского Реала. Да, это прекрасный удар с лета и гол. Вот такие голы в одно касание, они, конечно, смотрятся потрясающе. Какая боль! 5-0. Слушайте, какая культура паса все-таки у него, а? Было нарушение, но мяч у Ювентуса, и арбитр даст отложенный штраф. Модрич. Тони Кросс. Наставник домашней команды готовит замену. Ждет свистка арбитра. Гаррет Бейл отдает пас на ход.
Опасно! Гол! Мяч в сетке! И это не просто гол Алекса Хантера, это хет-трик. Но сегодня у него получается абсолютно все. Герой встречи. Великолепно исполненный третий гол записывает на свой счет этот игрок сегодня. Продавил он все-таки оборону. Ну что, Георгий, ждем копия? Разгром, тотальное превосходство, 6-0 на табло. Всего 2 минуты осталось провести командам на поле. Именно столько добавил судья. Проходит эта передача, может быть опасно. Все, матч окончен, и Реал в полуфинале. Да, по сумме 2 встреч Ювентусу не удалось справиться с Реалом, что, в общем-то, неудивительно с учетом качества игроков и глубины состава королевского клуба. С ними будет любой команде тяжело. В полуфинале Реал будет фаворитом? Ну, мы пока даже... Алекс Хантер. Amazing. Your first hat-trick in a Real Madrid shirt. How does it feel? The coaching setup here at Real is absolutely top draw. The way we prepare during the week, the tactics, the organization, I mean, they know how to prep players. When you follow the plan, do your job, performances like this can happen. I think the fans see exactly why management decided to bring you in. I appreciate that. Every single member of this team must be able to win back possession anywhere on the pitch. Let's go. Diets and recovery.
Меня зовут Георгий Черданцев, и вместе с Константином Геничем мы сегодня будем комментировать четвертьфинальный матч чемпионата мира по футболу среди женщин, где США сыграет с Австралией. Игра начнется через несколько минут. Турнир входит в завершающую стадию, и американки с каждым матчем выглядят все сильнее. США интерес к этому чемпионату огромный. Телетрансляции собирают немыслимо. Нужно выходить вперед! Бей! Есть первый гол у нас! Очень резвое начало с быстрым голом нас ждет атакующая игра сегодня. В этом нет никаких сомнений. 1-0 в нашей игре. Напрашивался этот пас. Через центр сложно пройти. Хотят они довести мяч до верного, чтобы уж наверняка поразить цель. Сравнивать нужно! Гол! Сравняли они счет. Отлично разыграли момент и смогли сравнять счет. Молодцы! Счет снова равный. 1-1. Элис Келланд Найт. Клэр Полкинхорн. Катрина Горри. Стефани Кетли. Эмили Ван Эгмон. Кетлинхорн! Казалось, сейчас мы увидим еще один гол в исполнении этой футболистки, но у вратаря соперника другое мнение на этот счет. Да, она молодец, выручает свою команду. Женский футбол сделал громадный рывок за последнее десятилетие. Я помню финал чемпионата мира 2015 года в Ванкувере, и там было 53 тысячи зрителей. И сейчас мы видим, что зрителей все больше. Все так и есть. Женский футбол набирает популярность. В таких странах, как Англия и США, в него много инвестируют. Там девочки начинают заниматься в раннем возрасте. И все... И разрезающий пас на ход. Можно сделать навес. Есть удар! Легко справляется вратарь с этим моментом. Карли Ллойд. Пас в сторону Ким Хантер. Прошла передача, можно выходить к воротам. Это гол! США забивают! Похоже, что после первого гола она только разыгралась. Это дубль. После этого гола счет у нас стал 2-1. Тем интереснее смотреть. Клэр Полкинхорн. Элис Келланд Найт. Практически никаких усилий не пришлось предпринимать, чтобы перехватить эту передачу. Хантер. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Эмили Ван Эгмон. Хороший по задумке пас. Все правильно, выбит мяч из штрафной. Есть шанс развернуть. Пас на ход, может быть интересно. Получает мяч на ходу. Бить можно и забивать. Голкипер справляется с этим ударом на отлично. Элис Келланд Найт. Кейтлин Форд. Потеря. Все, в оборону. Карли Ллойд. Аут. Мяч у сборной США. Алекс Морган. Ну, грузи в штрафную. Момент упущен. Навес не получился у игрока. Очередной аут. Карли Ллойд. Удар нужен! Вот как надо играть в защите! Кейтлин Форд. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Вперед идет атака. Интересно может быть. Аут. Посмотрим, смогут ли они довести эту атаку до удара. Штрафная совсем рядом. Морган Брайан. Ким Хантер. Есть адрес у этой передачи. Хантер с мячом. А тут что? Гол! Гол! И еще раз гол! И это хет-трик. Это уже третий гол в сегодняшней игре. Ее действительно достижение. Она сегодня молодец. Уже 4 гола в этой встрече забито. 3-1 счет. Алекс Морган. 2 минуты еще играть. Именно столько добавляется.
Anytime. Stephanie Kettler. Морган Брайан. И за кого же играть по первому тайму этого противостояния, я бы сказал. Продолжается матч 1/4 финала. Второй тайм у нас начинается. Алекс Морган. Морган Брайан. Продолжает владеть мячом. Очень долго. Пора бы уже как-то обострять. И мяч в руках у голкипера. Алекс Морган. Ну и где же навес? Подача. Чей мяч будет? Мяч на счету Морган. Великолепный удар головой, и такие обычно не берутся. Да, и в общем-то отличное исполнение без шансов для голкипера. Солидное преимущество. Отыграть его по такому матчу будет нелегко. Элис Келланд Найт. Кейтлин Форд. Перехват. Мяч у Сауэрбрун. Морган Брайан. Ждем судейского свистка. Замена готова. Игрок стоит уже на бровке и ждет выхода на поле. Перехват в центральной зоне. Мяч перешел к другой команде. Две трети матча сыграно. Последние полчаса игры смотрим. Элис Келланд Найт. Катрина Горри. Кейтлин Форд. Отлично играет защитница. Прервала фланговую атаку. Ким Хантер. Плохо сыграно. Мяч потерян. Элис Келланд Найт. Катрина Горри. Посмотрите, как аккуратно и точно она сегодня играет в пас. Алекс Морган. Морган Брайан. Еще один точный пас. Она сегодня одна из лучших по этому показателю на поле. Эмили Ван Эгмон. К вратарю мяч прилетит. Слишком сильная передача. Морган Брайан. Хантер прорывается вперед. Отличный отбор мяча. Стефани Кетли. Эмили Ван Эгмон. Мяч перехвачен. Плоксин. Ким Хантер с мячом. Похоже, что встречу команды просто доигрывают. Счет говорит сам за себя. Элис Келланд Найт. Навешивает в штрафную. Есть там кому сыграть. И мяч выбит из штрафной. Карли Ллойд. Примерно 8 минут осталось играть во втором тайме. Элис Келланд Найт. Может получиться интересная атака. И вратарь забирает этот мяч. Алекс Морган. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Кейтлин Форд. Две минуты добавляется. Ким Хантер. Алекс Морган. И удар должен последовать. Забивает Ким Хантер. Удивительно. Сегодня мы видим моноспектакль. Так что готовьте записочку.
Да, это настоящий бенефис. Такие игры запоминаются надолго и игроку, и зрителям. Матч завершен, и сборная США выходит в полуфинал. Американки еще на шаг стали ближе к заветной цели – рекордному 4-му Кубку чемпионок мира. Сборная действительно выглядит очень сильной, и они всегда находят способ выйти из трудной ситуации на этом турнире. The other team can't score if they don't have the ball. I have possession and passing drills lined up for us today. I gotta say, Kim, you were on another level today. Great to see. Well, she thinks I should go pro. I mean, an agent like her, I should probably take her advice, right? And not go to college. Don't know about that. But you said the game's exploding, opportunities. The going pro was a real option. I said it makes you think, not that you should do it. Oh, she said I'm a real game changer. She said that? Yeah, but I mean, you know agents. You're the best, you're the greatest, where's my 20%, right? Hunter, tell me I did not just hear that. You've been speaking to an agent? Do you know the team rules about discussing contracts while on international duty? Yes, we were just talking. Get outside, now! What has this all gone to your head? You think the rules don't apply to you? Give me one good reason I shouldn't send you home right now. I'm
I'm sorry. My brother came to visit me, and he brought his agent with him, and she just started talking. It wasn't planned. I thought she was just being friendly. But it won't happen again, I promise. Being here, being part of this team, it means everything to me. All right. This is your final warning, Hunter. Going pro to high school is a real you option. You could blaze a trail you through this women's that game. This tournament isn't you know, there the was a time when the all. Women's game Hunter. Drew as big a crowds as the men's. Don't say forget you're only 17. Hunter! Those this making headlines of the World Cup. Hunter! На чемпионате мира во Франции остались 4 лучшие сборные, а это значит, что настало время полуфиналов. Меня зовут Георгий Черданцев, и вместе с Константином Геничем мы будем комментировать полуфинальный матч, в котором сыграют команды США и Германии. Всем привет! На этой стадии турнира пан или пропал. Одна команда выходит в финал, вторая будет готовиться к матчу за третье место. Очень сильно, разумеется, жалею, что готовится не к тому матчу, финального, так что проигравшим такой... Хантер! Счет открыт, быстрый гол смогли забить. О лучшем начале, наверное, и мечтать не могли. А вот сопернику теперь действительно будет очень тяжело вернуться в игру. Важный мяч забивает Ким Хантер. Практически ни одна атака не обходится без участия этой футболистки. Она всегда на виду. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Сара Деблиц. Вперед идет атака. Интересно может быть. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Можно навешивать. Теряет атака мяч. В штрафной вынос. Это, конечно, не стандарт, но и из аута можно извлечь выгоду, особенно так близко от чужой штрафной. На ближнюю подача. Справляется вратарь, но есть возможность добить. Морган забивает. Мяч уже просто некуда было деваться. Чтобы не попасть с такого расстояния, надо было очень сильно постараться. 2-0. Отыграться теперь будет труднее. Дженнифер Маруша. Хантер. Команда США вышла в полуфинал. Команда опытная, но вряд ли можно сказать, что игроки совершенно спокойны. Все-таки на кону место в финале. А в составе есть совсем молодые футболистки без опыта участия в крупных турнирах. Прекрасный пас на ход. Соперник среагировал. Казалось, что в этой атаке может что-то получиться, но защита хорошо отработана. Плохо сыграно, мяч потерян. На фланге мяч, есть свободное место перед игроком. Карли Ллойд. Морган Брайан. Скидка назад.
Есть удар! Отлично, игрок заблокировал этот удар. Лена Петерман. Дженнифер Маруша. Продолжает владеть мячом. И пробил игрок. Ким Хантер. Пока неплохо, уверенно. Хорошо обработала мяч. Хантер с мячом. Это гол. США забивают. Есть дубль. Молодец, она в отличной форме. Очередной гол. Преимущество становится просто неприличным. Лена Петерман. Морган Брайан. Хантер. Алекс Морган. Карли Ллойд. Ким Хантер. Сара Дебриц. Не может никак команда зацепиться за мяч, и вот на блюдечке преподнесла его соперник. Тащит мяч вперед Ким Хантер. Морган Брайан. Выручает она свою команду. Александра Поп. Лена Петерман. Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении другой команды. 2 минуты добавляет судья. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Да, после такого тайма главное не думать команде. Продолжается наш матч полуфинала. Чемпионат мира по футболу среди женщин. Второй тайм. Поехали. Сара Дебриц. Лена Петерман. Потери и у соперников мяч. Ким Хантер. Видит игрока впереди и отдает пас на ход. Гол! Мяч в сетке! Многие назвали бы этот гол случайным, но я не из их числа. Нужно быть большим профессионалом, чтобы так точно подгадать момент. Не хочется это признавать, но разница в классе просто колоссальная. Матч, по сути, окончен. Есть свободное пространство на фланге, и туда идет атака. Лена Петерман. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Пас на ход. Может быть интересно. Гол. Команда забивает, но у соперника значительное преимущество. Игра продолжается, но преимущество одной из команд очевидно. 4-1. Кристал Данн. Алекс Морган. Смотрим за атакой. Стремительно она развивается. Надо было поскорее отобрать мяч. И им это удалось. А вот хороший шанс быстро развернуть атаку. Дженнифер Маруша. Ну, слишком медленно развивалась эта контратака. Вот уже и свободных зон практически не осталось. Какой удар! Вратарь отбивает мяч просто и надежно. Немецкая сборная будет исполнять угловой удар. Пора вносить коррективы в игру, считают оба тренера. И прямо в центр штрафной мяч летит. Выбит мяч из штрафной. Меган Рапино. Все правильно, выбит мяч из штрафной. Хантер. Саманта Мьюис. Долго держит. Момент для удара. Мяч выбит. Очень хороший отбор. Казалось, что в этой атаке может что-то получиться, но защита хорошо отработана. Александра Поп.
Посмотрите, как аккуратно и точно она сегодня играет в пас. Кажется, появляется возможность для потенциально очень опасной контратаки. Ким Хантер. Леони Майер. Тут ее прессингуют. Потери и мяч у соперника. Хорошо, может атака пойти дальше. Есть на кого сыграть. Леони Майер. Лена Гёслинг. Дженнифер Маруша. Сара Дебриц. Алекс Морган. И у соперника теперь мяч. Основное время матча заканчивается через 9 минут. Прерывает она фланговую атаку. И пробил игрок. Алло, вратарь! Хорошо обработала мяч. Удар по воротам. Недопустимо такие моменты транжирить. Поспешила с ударом. Можно было спокойно обыгрывать вратаря и отправлять мяч в пустые ворота. Все хорошо было сделано для взятия ворот в этой атаке, но подвело лишь завершение. И мяч в воздухе после такого выноса. Алекс Морган. Ким Хантер с мячом. И разрезающий пас на ход. Находит эта передача адресата. Опасно может быть. Мяч в воротах. И это гол. Хет-трик оформляет Ким Хантер. Отличную игру сегодня показывает. В очередной раз сегодня она выставляет не в лучшем свете оборону соперника. Подходит матч к концу. Приходится констатировать очевидное. Борьбы у нас сегодня не получилось. Пошла последняя минута основного времени матча. Карли Ллойд. Матч окончился. Хантер, you did good out there, kid. Come on, enjoy yourself. You've earned it. Thanks, coach. Kim Hunter, you are 17 years old and you've qualified for the World Cup final. Tell us how you're feeling right now. I can't wait to play in the final. We have a chance to make history and be the first team ever to win 4 World Cups, and I just want to be part of that. Well, a very special opportunity. Exactly, and I don't want to let that pass me by. Bold words from Kim Hunter on the U.S. Women's National Team's upcoming World Cup final. Kim, good luck in the final, and thanks for speaking to us today. Anytime. Thank you. Shooting. Be precise, but more than that, show me power. I want the groundskeepers to be fixing the nets by the time you're finished today.
On the U.S. Women's National Team, we... See you soon, sweetheart. Tremblay, what's your problem anyway? I'm just playing the game, Hunter. That's how it works at this level. That's how you win. You sure that's all it is? You don't even know me. I want to win, Hunter. Just like everyone else at this tournament. And just like everyone else, I'm looking for an edge. My edge is up here. You can't play this game. You won't win that game. I can play. You know that. Maybe that's why you're so scared of me. See you soon, sweetheart. Добрый день, дорогие друзья! Рады приветствовать вас на домашней арене Реала, стадионе Сантьяго Бернабеу. У микрофона Георгий Черданцев и Константин Генич. Все готово к началу очередного замечательного матча. Валенсия, Реал Мадрид сегодня в нашей программе. Интересный намечается матч. Валенсия, конечно, на бумаге уступает королевскому клубу в классе, но это только на бумаге. Давайте смотреть, что команды нам сегодня покажут на поле. И смотрим на состав мадридского Реала. Вот что мы видим. Три игрока впереди и четверо в обороне. И три полузащитника цементируют игру в средней линии. Состав Валенсии. Эта схема чересчур консервативна. Согласен, Костя? Ну, посмотрим, как она будет выглядеть на поле. Стадион Сантьяго Бернабеу, дом мадридского Реала, назван в честь легендарного президента клуба. Бернабеу был открыт в 1947 году и с тех пор пережил несколько реконструкций, последняя из которых пришлась на 2000 год. Ожидается, что следующая глава реконструкции начнется в 2020 году. Стадион не сменит местоположение, но приобретет обновленный вид как внутри, так и снаружи. Росс. Асенсио в свободной зоне на фланге. Есть где разбежаться. Бейл. Ну и шайже! И делает он это отлично
Чатко гол забивает. Для Чатко он сделал все как надо. Выводит он свою команду вперед этим ударом. Реал вышел вперед. Игра возобновляется. Джон Догбья. Джейсон Мурильо. Кевин Гамейн. Ферран Торрес. Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. Кросс. Модрич. Марсело Вьера. И есть вариант, куда сделать пас. Лука Модрич. Марсело. Успешно навязал борьбу. Теперь придется побороться еще раз. Практически никаких усилий не пришлось предпринимать, чтобы переходить. Какой шанс у Алекса Хантера! Блокирует удар игрок. И удар с угла поля выполнит мадридский Реал. Мяч летит. Варан, гол должен быть! Какое шикарное спасение! Великолепную реакцию демонстрирует голкипер с ближней. Это Хантер. Опасно! Гол! Угловой это шанс. И они этим шансом воспользовались. Навалились всей командой на исполнение углового. И все-таки мяч в сетку затолкали. Счет 2-0. Укрепила команда свое преимущество. Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении другой команды. Иско. Пользуясь случаем, поздравляем его с днем рождения. Теряет атака мяч. В штрафной вынос. Лука Модрич. Если вариантов нет, отдай мяч обратно. Какой шанс у Алекса Хантера? Хантер. Надо забивать и гол! Уже два гола он сегодня забил. И кто знает, может быть, мы увидим хет-трик. Пока на поле только одна команда. Счет на табло это очень точно отражает. Кевин Ганей. Хантер. Хорошо увидел партнера впереди. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. Момент у Модрича. Удар, штанга и гол. Мяч сотрясает стойку ворот и отскакивает в створ. Это гол. Вот интересно, а не было ли там рикошета? Довольно неприятный момент для вратаря. Он вроде бы контролировал ситуацию, но тем не менее мяч отобьется в сетку. Родриго. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Родриго. Реал отобрал мяч у соперника. Мячом Алекс Хантер. Ферран Торрес. Мяч вперед идет к чужим воротам. Атака остановлена, но кто получит мяч? Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Лука Модрич. Ферран Торрес. Даниэль Вас. Потеря. Все, в оборону. Алекс Хантер. Тони Кросс. Мячом Алекс Хантер. Какой удар! Невероятное спасение! Ждем подачу от углового флага. Навешивает Кросс. Плохой навес с углового. Не получилось тут создать опасный момент. Навешивает с углового Тони Кросс. Хороший вынос мяча из штрафной. Лука Модрич. Алекс Хантер. Две минуты еще играть. Именно столько добавляет судья. Наносит удар игрок. Удар, и мяч попадает в обороняющегося игрока. Ферран Торрес. 4-0 после первого тайма.
Начинать второй тайм с таким преимуществом, разумеется, приятно. Однако игра еще не закончилась. Посмотрим, что будет во второй 45 минут. Ох, если бы эта передача прошла, быть бы голу. Однако все обошлось для обороняющейся команды. Тони Кросс. Его удары такие плотные, что обжигают вратарям ладони, даже когда они в перчатках. Очень внимательно нужно сопернику играть на подборе. Потому что если отскок перед штрафной достанется Тони Кроссу, мяч придется выгребать из сетки. Даниэль Карвахаль. Тони Кросс. Тони Кросс — футболист амбидекстер, то есть двуногий. Он может плотно и прицельно пробить поворотом, что слева, что справа. Вратарю дружески рекомендую не зевать, потому что Кросс способен пробить из любой позиции. И Модрич вырезает великолепную передачу на партнера. Как начнешь, так и закончишь. Первое касание подвело. И вот-вот на поле появится свежий игрок, замену гостей. Ну и посмотрим, что принесет эта замена. Сейчас свежие игроки выйдут на поле. Иско. Росс. Навес на Алекса Хантера. Проходит передача. Что он придумает? И что это? Гол! И это не просто гол Алекса Хантера. Это хет-трик. Но сегодня у него получается абсолютно все. Герой встречи. Ну, теперь матч можно с полным правом назвать по одну калитку. Еще много времени до конца матча. 30 минут. Отличное решение Тони Кросса. И удар! Мимо цели. Мяч попал в каркас и за линию ворот. Обидный промах после выхода 1-1. Все дело, казалось бы, правильно. Пробил мимо вратаря, но удача от него отвернулась. Гайя. Родриго. Лука Модрич. Почти не ошибается он сегодня в передаче. Хотят они довести мяч до верного, чтобы уж наверняка поразить цель. Арбитр демонстрирует нам, что он хорошо все помнит, и показывает желтую карточку за нарушение, которое было несколько мгновений назад. Да, очень грамотная работа рефери. Мяч оставался ведь у пострадавшей стороны, и важно было не сорвать перспективную атаку. Кондогбья. Родриго. Миши Бачуай. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Хорошо играет сегодня в пас. Очень высокий процент точных передач. Развивается эта атака. Что-то из этого может получиться. Какой шанс у Алекса Хантера? И это Алекс Хантер. Ну, можно сказать, это шедевр. Разыграли, как будто соперника вообще не было на поле. Да, и особенно отметим хорошую голевую передачу. Оставалось только переиграть вратаря, ну и с этим проблем не возникло. Четверть часа еще играть команда. Потери и у соперника. Миши Бачуай. Лукас. Будет замена в домашней команде, готов игрок к выходу на поле. И это, возможно, как-то взбодрит игрок. Модрич. Иско. Лука Модрич. Иско Аларкон. Снова с мячом Модрич. Кантер. Есть вариант для паса. Тони Кросс. Отличное решение Тони Кросса. От стойки в ворота. Мяч летел в сетку от штанги. Плотный, смачный такой удар получился. До последнего казалось, что мяч летит мимо ворот. Но в последний момент он взял и нырнул в самый угол. А вот на поле готовится выйти свежий игрок. Замена будет в команде гостей. Да, ждет разрешение судьи. Миша Бачуаи. Денис Черш. И есть кому прострел замкнуть. Удар? Ну, точно.
Всего 2 минуты осталось провести командам на поле. Именно столько добавил судья. Марсело. Иско. Изумительная передача от Иско. Победу Реала в этом матче фиксирует в финале свисток арбитра. Важнейшие 3 очка в чемпионской гонке они набирают сегодня. Да, это как раз то, что им нужно. В матче остается всего ничего до конца чемпионата, а гонка за титул продолжается. И, кстати, следующий матч у них — это Эль Классико. Можешь себе... The interview at 11, the shoot at 2:30, and then that gala dinner tonight. Yeah. So much for a day off. Superstars don't get days off. That's why they're superstars. Today is just another step towards what we're trying to achieve, getting your brand out there. I'm going to wait for you in the car. And hurry up, you're already late. Got something on your shirt. What? Wait. Too easy. Can't believe you're leaving already. Got a World Cup to prepare for. You sure you can't come to the airport with us? Give your sister a proper send-off. We could even hang out for a bit. We'll grab some lunch. See some sights. Still haven't seen the Prado. You know, sibling bonding. Yes, me. What? Gonna have to cancel today. What do you mean, cancel today? Which part of it? All of it. I cannot cancel all of it. What could possibly have come? Something more important came up. What is more important than this, Alex? We have work. So, the Prado, you say? Actually, I'm feeling kind of tired. I might just head to the airport and nap for a few hours. Oi, that cheeky little... Hurry up. We expect your touch to be flawless in every situation. Let's get to work.
We expect that every man... Мы находимся на Сантьяго Бернабеу, где будет проходить первый полуфинальный матч Лиги Чемпионов с участием Мадридского Реала и Манчестер Сити. Меня зовут Георгий Черданцев, и вместе с Константином Геничем мы будем комментировать этот матч. Всем привет, игра должна получиться что надо, Реал сейчас является едва ли не... Это штрафной, а карточку судья, видимо, забыл в раздевалке. Агуэро оказался неточен, его пас перехватил. Изумительная передача от Иско. Какой шанс у Алекса Хантера! Отражает эту атаку, но мяч еще в игре. Мяч выбит, и это конец перспективной, в общем-то, атаки. Модрич. Кросс. Снова с мячом Модрич. Это Хантер. Есть шанс выйти вперед! Счет открыт, быстрый гол смогли забить. О лучшем начале, наверное, и мечтать не могли. А вот сопернику теперь действительно будет очень тяжело вернуться в игру. Игра возобновляется после гола Реал. Кевин Де Брюйн. Агуэр. Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении другой команды. С мячом. Штанга. Это удар. Как же так? В 2000 году в Лиге Чемпионов случилось очередное знаменательное событие для испанских клубов. Сразу три команды из премьеры вышли в стадию полуфинала. И такое достижение до сих пор остается уникальным. К слову, победителем в тот год стал тоже, разумеется, испанский клуб. Это был мадридский Реал. Гаррет Бейл отдает пас на ход. И это Алекс Хантер. Ну что, время подумать о хет-трике. Счет 2-0, укрепила команда свое преимущество. Давид Сильва. Компания. Мяч достается сопернику. Тут явно не ожидал такого бода. Лука Модрич. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Проходит передача. Что он придумает? Леруа Сане. Хороший момент, но удар не достиг цели. Карвахаль. Мы уже привыкли, что Реал доминирует в Лиге Чемпионов. И в этот раз, судя по всему, команда тоже сыграет как минимум. Изумительная передача от Иско. И пробил. Ох, какой гол! Какой гол! Вот это да! Хет-трик Алекса Хантера. Да, он сегодня вдоволь поиздевался над обороной соперника и проводит отличный матч. Ну, теперь матч можно с полным правом назвать по одну калитку. Марсел. Марко Асенсио. На Хантера навешивает партнер. Получает мяч на ходу. Лука Модрич. Какой шанс у Алекса Хантера? Просто великолепное спасение. Какая реакция у вратаря? Близ. Защитники справились и отодвинули игру от своих ворот. Хорошая была атака. Тони Кросс. Асенсио. Бейл, опасно! И навес чуть назад.
Опасно! Гол! Головокружительный розыгрыш перед воротами приводит к выходу 1-1. Как же хорошо он приложился к мячу. 4-0. Ну, это разгром. Кевин Де Брюйн. Фернандини. Кевин Де Брюйн. Рахим Стерлинг. Не может никак команда зацепиться за мяч. И вот на блюдечке преподнесла его соперник. Агуэро. Этого игрока часто сравнивают со знаменитым Ромарио. Есть у Агуэро тот самый инстинкт убийцы, которым прославился бразильец. Сравнение лестное, но будет ли Кун беспощаден к сегодняшнему сопернику? Посмотрим. Рахим Стерлинг. Хорошее владение мячом перед штрафной площадью, но пора бы и обострить. 3 минуты будет добавлено. Даниэль Карвахаль. Кросс. Отличное решение Тони Кросса. Какой удар! Достает голкипер этот мяч, но не может удержать его в руках. Гол! Мяч в сетке! Нападающий никаких шансов вратарю таким ударом не оставил. Точно в угол. Все, буквально все контролировал этот парень. Шикарное чувство. Итак, первая половина игры позади. Ждем продолжения матча. Hey, Kev. All right, mate. I haven't seen you since that FIFA Say No to Racism gala. How you been? Pretty good. Working hard these days. Playing lots of football. You know how it is. I do. It's relentless. But you know what they say. No rest for the wicked. Especially when you're all over the media like you are. I don't know where you find the time, man. Bro, I don't. It's mad. I bet. See you back out there then. Yeah. Finish strong. But not too strong. No promises, yeah? Начинать второй тайм с таким преимуществом, разумеется, приятно. Однако игра еще не закончилась. Посмотрим, что будет. Серхио Агуэро. Леруа Сане. Кросс. Лука Модрич. Навес на Алекса Хантера. Такие передачи всегда таят опасность для соперника. А тут что? Гол! Гол! Еще раз гол! Я бы не стал винить вратаря в пропущенном мяче. Уж очень точный был удар. Давайте еще раз посмотрим этот замечательный гол. Невероятно сложно в такой ситуации удержать контроль над мячом, не говоря уже о том, чтобы забить. Реал снова с мячом. Лука Модрич. Подача. Там есть Гаррет Бейл. Перспективная фланговая атака намечалась, но защитник прервал ее. Рахим Стерлинг. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Николас Отаменди. Рахим Стерлинг. Агуэро. Рахим Стерлинг. Есть! Штрафной адресат и навес нужен. Шанс убежать в контратаку есть у команды. И Модрич вырезает великолепную передачу на партнера. Отличное решение Тони Кросса. Мяч в воротах. И это гол. Ух, как зарядил. Как из ружья. Занял отличную позицию и мяч заколотил в сетку с близкого расстояния. Впечатление такое, что просто над соперником издеваются. Гюндоган. Агуэро. Рахим Стерлинг. Марко Асенсио. Замена готовится в команде гостей. Решил тренер немножечко освежить игру и... Да. Удар по воротам. Удар нужен. Великолепный гол. Хороший удар получился. Мяч очень точно в угол. И что мы видим на повторе?
Да все то же самое. Первоклассный исполненный гол. Это просто высший пилотаж. И продолжают забивать и забивать. Дается. Де Брюйне. Серхио Агуэро. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Кевин Де Брюйне увидел вариант для передачи, но он выполнил плохо. Как он работает с мячом. Всех обыграл. И пробил он по воротам. Спасает голкипер ворота, но придется ему еще стараться. Выручил он свою команду. Четко и надежно сыграно. Выносит он мяч из штрафной. Реал Мадрид будет вбрасывать из-за бокового. Готовится сделать замену наставник команды. Просто великолепное спасение. Какая реакция у вратаря. Блестящая игра. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Так, посыпать голову пеплом не стоит. Игра продолжается. Да, бывает, что и такие шансы не реализуешь. Антер. Да, это был удар нуда. Мимо ворот пролетает мяч, и эту атаку можно считать завершенной. А шанс, кстати говоря, был неплохой. 9 минут играть в основном времени этого матча. Кевин Де Брюйн. Долго держит мяч команда, но пора как-то обострять. Кросс. Мячом Алекс Хантер. Реал идет к воротам соперника. Не может никак команда зацепиться за мяч, и вот на блюдечке преподнесла его соперник. Можно подвести краткий итог матча сегодняшнего. Он накручивает соперников одного за другим. Есть удар. Мяч в сетке. Гол Реала. Ну что ж, еще один гол. Команда не останавливается и продолжает играть для зрителей. Да, игра уже сделана, но улучшить разницу забитых и пропущенных мячей никогда не повредит. В великолепном стиле они берут вверх сегодня. Если не согласны, посмотрите еще раз на табло. Счет говорит сам по себе. Финальный свисток фиксирует победу Реала в домашнем матче полуфинала Лиги Чемпионов. Да, теперь от финала их отделяет всего 90 минут. И в этом году у них есть дополнительная мотивация играть и выиграть в этом финале. Потому что он будет проходить на домашней арене Атлетико. Но для этого нужно хорошо. Я так... It is your responsibility to be the best player you can be. I leave it to you to decide what work you most need to do. Thank you.
I think we all noticed. Георгий Черданцев и Константин Генич приветствуют вас и приглашают на стадион Манчестера, на котором местные Сити принимают мадридский Реал в ответном полуфинале Лиги Чемпионов. В первой встрече Реал был сильнее. Если почитать испанские газеты, создается впечатление, что Реал уже гарантировал себе место в финале. Однако эту игру никак нельзя отнести к формальности. Сити очень грозный соперник у себя дома. И, разумеется, Мадрид ждет сегодня очень непростой и, будем надеяться, очень интересный. Смотрим состав Манчестер Сити. Вот что мы видим. Три игрока впереди и четверо в обороне. И три полузащитника цементируют игру в средней линии. И смотрим на состав мадридского Реала. У второй команды расстановка практически идентична. Вот и выясним, кто же в итоге кого переиграет тактически. И подача туда, в сторону ворот. Да, это слишком сильно. Мяч перелетел всех в штрафной площади. Модрич. Снова кросс. Кросс может пробить отсюда. Отлично он играет сейчас. И угловой зарабатывает мадридский Реал. Навешивает с угловым Рафаэль Варан. Опасный момент. Удар головой был. Хотя и с трудом, но все-таки справляется голкипер. Навешивает кросс. Так и надо было сыграть. Выносит он мяч. Есть адрес для передачи. Нужно пробовать. Неточная передача. Вратарь без труда забирает мяч. Лука Модрич. Пас на ход. Может быть интересно. Бейл. На Хантера передача. Есть первый гол в игре. Счет открыт. Заслуженный гол. Команда доминировала, так что этот гол был просто вопросом времени. И, наконец, он состоялся. 1-0 в нашей игре. Компания. Леруа Сане. Серхио Агуэро. Потерял он мяч, но кому он достанется? Серхио Рамос. Кросс. Прочитал передачу Винсан Компани. Подача в штрафную, там ждет Агуэро. Угловой удар в пользу Манчестер Сити. Сильва подает. Компани! Кейлор Навас в игре. Справляется он с этим ударом без особых усилий. Появляются свободные зоны. Самое время контратаковать. Как он работает с мячом. Всех обыграл. И пробил. Штангу мяч угодил. Играй. И Компани выносит мяч. Иско Аларкон. Прекрасная игра защитников штрафной. Каркас ворот помешал им увеличить свое преимущество. За соперника сыграла штанга. Давид Сильва. Потеря. Все, в оборону. Хантер. Марко Асенсио. Бейл. Мяч у вратаря. Можно начинать свою атаку. Фернандиньо. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. Изумительная передача от Иско. Удар! И еще один гол они забивают. Вот теперь крайне сложно будет сопернику отыграться. Все-таки надо будет забивать уже два мяча. Счет 2-0. Укрепила команда свое преимущество. Давид Сильва. Венсан Компани. Де Брюйне. Прочитал соперник эту передачу Давида Сильвы.
Бернандини. Мяч потерян. Отличный перехват. Идет в атаку Хантер. Кевин Де Брюйн. Леруа Сане. Модрич. Тони Кросс. Кевин Де Брюйн. К основному времени арбитр решил добавить 3 минуты. Нет, не дошел этот пас до адреса. Арбитр отправляет команды на перерыв, и пока что все. И мы возвращаемся в Манчестер. Второй тайм ответного матча полуфинала Лиги Чемпионов начался. Потери и мяч у соперника. Илкай Гюндоган. Рахим Стерлинг. И подает в штрафную. Кто там выиграет мяч? Тони Кросс, его прессингу. Арбитр назначает штрафную. Кросс. Марсело Вьейра. Кросс. Марсело. И есть вариант, куда сделать пас. И пробил игрок. Рядом со штангой. Как тебе Алекс Хантер в первом тайме, Константин? Я думаю, что он должен быть немножечко расстроен по итогам первого тайма, несмотря на то, что на его счету один забитый мяч есть, но он все-таки был близок к дублю. Но не сложилось. Похоже, эта атака закончена. Мяч они потеряли. Классно в перехвате сыграно. Тренер гостей готовит замену, по всей видимости. Игрок стоит уже у кромки поля, и сейчас арбитр даст отмашку, и футболист появится на поле. Менди. И буквально подарил мяч сопернику. Илкай Гюндоган. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Модрич. Иско. Фернандини. Рахим Стерлинг. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Хороший пас на ход. Находит эта передача адресата. Опасно может быть. И он забивает. Очередной гол Реала. В этом матче все понятно. И вряд ли Мадрид уже упустит победу. 3-0 это уже серьезно. Вот Аминь. Фернандини. Рахим Стерлинг. Вперед идет атака. Интересно может быть. Вот может быть опасно. Тащит вратарь. Непростой удар, но прыгнул и не дал забить. Кросс. Хантер. И разрезающий пас на ход. Изумительная передача от Иско. Вытаскивает мяч голкипер. Великолепное спасение. С такой-то дистанции удары вообще редко отбиваются. Подали мяч с углового в центр штрафной. Хороший вынос мяча из штрафной. Кайл Уокер. Мяч перехвачен. Плохо сыграл. Гюндоган. Все верно. Пора сместить акцент атаки. Катает мяч перед чужой штрафной. Наносит удар игрок. Подарил мяч кому-то из болельщиков на трибуне. Спасибо, скажи. Замена в составе Реала. Алекс Хантер. Тони Кросс. Потерял он мяч, но кому он достанется? Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Кросс. Модрич. И пробил он поворотом. Мяч в поле выбивает Компани. Прекрасная игра защитников штрафной. Модрич. Марсело. Модрич. Иско Аларкон.
Пас на Луку Модрича. Тони Кросс. Все просто. Вынос. Защитник отводит угрозу от своих ворот уверенным выносом мяча. Не в первый раз уже сегодня, кстати. Лука Модрич. Хантер. Удар. Хантер забивает гол. По сумме двух встреч команда выходит в лидеры. Да, и очень вовремя забитый гол. Вряд ли сопернику уже хватит времени, чтобы отыграться. А у нас 4-0. То ли еще будет. Последняя минута второго тайма. Матч завершен, и Реал выходит в финал Лиги Чемпионов. Всеобщий восторг и ликование в стане игроков Реала. Они в финале, и Алекс Хантер тоже в финале для этого молодого игрока. Просто грандиозное достижение. На долгие празднования у них сейчас нет времени, потому что нужно уже о финале думать скоро, совсем скоро. Увидимся на финальной игре Лиги Чемпионов на канале EATV.